Здравствуйте, меня зовут Александр Зотин. В гостях данной интернет-студии мы уже не первый раз с коллегами. Сегодня второе учебное занятие. Напомню, что на первом мы пытались жаловаться на управляющую компанию. Такой алгоритм специальный составили. Подкаст этого урока есть на сервере. И там же образец документа «Претензии в управляющую компанию». Однако мы остановились вместе с коллегой Георгием Шабановым, собственником жилья в Орджоникидзевском районе, на том, что зачастую все эти наши претензии ни к чему не приведут. И управляющая компания, например, займет жесткую оборону и придется, может быть, даже с ней судиться. В прямой эфир я сегодня пригласил собственника жилья в Мотовильхинском районе Людмилу Жилину. Она тоже будет участвовать в нашем открытом занятии. Итак, если отношения с управляющей компанией у вас не сложились, возможно, стоит подумать о смене способа управления. Есть такая замечательная книжечка, называется «Жилищный кодекс». Вот, да, вот она такая, бывает она еще оранжевая и всякая разная. Стоит она 35 рублей в магазине, поэтому даже малоимущему или пенсионеру несложно будет ее купить. А в интернете она вообще бесплатна. Набираете в поисковике «Жилищный кодекс» и получаете ответ. Жилищный кодекс в 161 статье предписывает нам в качестве обязанности, вот я обращаю ваше внимание, уважаемые зрители, мы обязаны избрать способ управления в нашем доме. И выбрать мы можем только между тремя способами управления. Георгий, какие это способы вы знаете? Да, конечно, мы все знаем, что у нас есть управляющие компании, которые занимаются управлением, есть товарищество собственников жилья и непосредственное управление. Но прежде чем объяснить, а зачем нам, собственно, это все выбирать, давайте попытаемся выяснить, из чего у нас состоит многоквартирный дом. Людмила, вам слово. Какие вот помещения в доме бывают, с вашей точки зрения? Ну, жилые, нежилые. Жилые – это непосредственно квартиры, нежилые – это там парикмахерские магазины или какие-то еще помещения, которые используются не для проживания. Но технические помещения, подвалы, технические еще чердаки, да. Совершенно верно. А вот возьмем, к примеру, вашу квитанцию. Там есть такая графа «Содержание и ремонт текущего жилья». Это за что мы платим? За ремонт в своей квартире? Нет, раньше считалось, вернее, раньше было, это даже подразделялось, вот содержание жилья, туда не будем входило, подразделять, да, туда входило и обслуживание лифта, и, значит, освещение мест общего пользования, и водоотведение для общего пользования. Сейчас это почему-то эту статью перестали подразделять, расшифровывать. А деньги как брали, так и берут. Плюс вот добавили еще ОДН. То есть получается, эта статья направлена на что? На содержание чего? Двойное обтираловка. Нет, подождите. Вы отвечаете на содержание, да, общего имущества дома. На содержание общего имущества дома. Таким образом, жилые и нежилые помещения скидываются не на самосодержание, да, а скидываются на содержание общих вещей. Общее имущество прописано в 36-й статье Жилищного кодекса. К нему, в частности, подвалы относятся, да, чердаки, то, что подъезды, вы в том числе мусоропроводы, подъезды, мусоропроводы, лифты, стены дома, соответственно, у вас межпанельные швы и так далее. Вот. Таким образом, голосуют за выбор способа управления только те помещения, которые являются жилыми и нежилыми, а технически не голосуют, потому что они принадлежат всем же, и за них и так платят, жилые и нежилые помещения. Теперь вопрос, а зачем нам, собственно, избирать способ управления? Ну, это в наших же интересах. Ну, а что, может как-то так вот жить и жить? Ну, да, так вот и живем, только эти уже дошли до ручки, скажем так. А сколько у вас квартир в доме? 525. Немало. А у вас? У нас 80. Ну, в общем-то, тоже. И, наверное, одному собственнику, как правило, принадлежит одна квартира. А бывает так, что внутри квартиры несколько собственников. Бывает и несколько. Ну, но эти 525 точно не нескольким человеком принадлежат. Нет, да? Конечно. Вот. То у нас есть всего 8% муниципалитет владеет, 8% жилья, остальное все собственники жилья. Ну, вот какие-то отдельные частные лица. И получается у нас, что нам-то нужно согласовать их мнение по управлению общим имуществом. Вот у нас такой муравейник получается с разными мнениями. А без единого органа управления
у нас не получается. А, Георгий, а какой это единый орган управления, самый высший в доме может быть? Ну вот по новому законодательству совет дома. Не соглашусь. Самый высший какой? Самый высший. Ну, наверное, общее собрание. Общее собрание собственников. Это... Но вот возьмем, к примеру, Людмилу, да, Жилину, да? У нее же 500 квартир, больше 500 квартир. То есть общее собрание дома, ну, по любому поводу вы не соберете. Следовательно, нужен какой-то оперативный орган управления между этими общими собраниями. Да? Вот вы заговорили о совете дома. Дальнейшее уже зависит от способа управления. Я попытался составить таблицу, в которой три способа управления различаются. Можно ее на экран? Это лист второй. Управляющая компания – это СЖ непосредственное управление. По четырем наиболее важным критериям. Во-первых, есть ли у многоквартирного дома свое юридическое лицо? В случае, если мы управляем посредством управляющей компании, такого лица нет. Если это СЖ, то есть, и оно действует в пределах своего многоквартирного дома. Да? Вот он, вот эта таблица. В случае непосредственного управления, опять-таки, своего юридического лица дом не имеет. Какой орган оперативного управления, помимо общего собрания, которое, разумеется, во всех трех случаях сохраняет свои полномочия, есть. В случае с управляющей компанией это совет дома. В непосредственном управлении это тоже совет дома, который должны избрать сами жители. При товариществе собственников жилья правление ТСЖ является оперативным органом управления. И два последних самых важных момента. Куда деньги за содержание и ремонт собираются? В случае с управляющей компанией, на счет управляющей компании, конечно. В случае с ТСЖ, на счет товарищества. В случае с непосредственным управлением, деньги за содержание и ремонт собираются на счет специальной обслуживающей организации. То есть здесь похоже на управляющую компанию. Куда собираются деньги за коммунальные ресурсы? Управляющая компания сама, ТСЖ само собирает. А вот смотрите, в непосредственном управлении есть особенность. Жители платят напрямую в ресурсоснабжающую организацию. То есть напрямую Новогор, там, Пермская сетевая компания, напрямую каждому собственнику квартиры выставляют квитанцию. Это немаловажный момент. Обратите внимание, из этой таблицы есть один очень важный вывод. В случае там, с управляющей компанией и некоторым образом в случае с непосредственным управлением, сами собственники, которые вроде бы и должны контролировать работу подрядных организаций управляющей компании, они разлучены со своими средствами. Поэтому у совета дома значительно меньше возможностей, да, для того, чтобы осуществить финансовый контроль. Под финансовым контролем я имею в виду возможность зарезать платежи, если управляющая компания, например, не исполняет своих обязанностей. Но вы не можете зарезать, потому что каждый платит индивидуально. А в случае с товариществом есть такая возможность отсечь платежи подрядчику. Давайте посмотрим плюсы и минусы разных способов управления. Я их тоже расписал. Это как раз для вас учебные материалы, вы их можете сохранить после занятий. Значит, возможность выбора подрядчиков и планирование ремонта в многоквартирном доме. При управляющей компании у жителей нет такой возможности. То есть управляющая компания сама берет подрядчиков, сама составляет план текущего ремонта и его исполняет. При ТСЖ, конечно, есть. При непосредственном управлении тоже есть, поскольку в начале года должно проводиться собрание, где составляется указанный план ремонта, который потом подрядная организация исполняет. Возможность задержки платежей, то, о чем я говорил. При управляющей компании, при непосредственном управлении нет, мы не можем задержать платежи. При ТСЖ можем. Быстрое расторжение заключения договоров управления и обслуживания. С управляющей компанией нельзя расторгнуть быстро договор управления. Он срочный, на определенный срок заключается. Год, два, до пяти лет, в принципе, он может быть. В ТСЖ может быстро с подрядчиками расторгать. И при непосредственном управлении тоже есть возможность быстро с подрядчиком расторгнуть договор. Теперь риск неплатежей. Есть системная проблема, при которой в ТСЖ и в управляющей компании что-то накапливается. Накапливаются неплательщики, да? Вопрос можно? Да, конечно. Вот риск неплатежей, вы имеете в виду каких неплатежей? За ресурсы. Собственник.
То есть, объясняю логику. У нас два вида платежей, да? Вот. Да. Вот да, я да, именно, да. Именно ресурсные неплатежи. То есть риск накопления неплатежей за содержание и ремонт, он везде одинаковый, это понятно. Угу. А вот по ресурсам тут вот какая проблема. Тот же Новогор или сетевая компания, то, да, что поставщик, мы платим, он с вас потребует 100%. Угу. Ему совершенно все равно, собрали вы деньги с собственников, угу. не собрали, есть у вас неплательщики, нет. И даже если у вас хорошая собираемость, ну, например, там, 85%, да, или 95%. 5% вы должны откуда-то из другого источника отдавать за ресурсы, mm-hmm. да. И поэтому в управляющей компании высокий очень риск неплатежей. Mm-hmm. Потому что там, ну, люди хуже объективно платят. Mm-hmm. В ТСЖ средний, все равно там есть какая-то часть неплательщиков. А при непосредственном управлении минимальный. Почему? Потому что за ресурсы платят напрямую за ресурсоснабжающие организации. Mm-hmm. И мы не обязаны гасить вот эти неплатежи деньгами, скажем, из текущего ремонта. Риск вынесения штрафов. Это тоже немаловажный момент. На юрлицо всегда можно наложить штраф, иногда очень высокий. Пожарники, ну, до 400 тысяч, в принципе, могут на юрлицо наложить штраф. Mm-hmm. То есть в управляющей компании высокий, потому что там, как правило, еще ничего не делается. Да? В ТСЖ средний. Товарищества тоже получали штрафы, в том числе от пожарников, и это затрудняло их деятельность сильно. Ну, а при непосредственном управлении нет юрлица, нет штрафов на юрлицо, соответственно, минимальный. То есть обратите внимание, у непосредственного управления в этом смысле возникают существенные плюсы. Вот. Какой отсюда вывод? Какую форму управления вы бы предпочли для своего дома? Вы же уже назвали квартиры, знаете. ТСЖ. Вы товарищество да. хотите. А штрафов не боитесь? Нет, не боюсь. А с неплательщиками не боитесь, что разобраться не сможете? Сможем. Сможете, да? Много примеров вокруг. То есть непосредственное управление вас пока как-то не привлекает. А почему, например? Хотя это тоже законный, возможный способ управления. Почему не привлекает? Не знаю, я бы предпочла создать ТСЖ и нанять кого-то в управление. Но управляющую компанию вы не хотите? Ну, нет. Ну, однозначно, я поддержал бы здесь позицию Людмилы. И однозначно не рекомендовал бы выбирать управляющую компанию, потому что... Здесь действительно вот первая таблица, она говорит, что деньги будут, ну, условно говоря, у чужого дяди в лице этой управляющей компании, и контроль со стороны собственников, так сказать, будет минимальным. Повлиять на них да, вообще невозможно, они откровенно на нас плюют. Да, то есть у нас обозначился явный аутсайдер. Да, это вот, управление посредством управляющей еще, кстати, компании. Вот, можно по ходу дела да. вопрос, пока не забылось? Вот вы сказали, что может быть долгосрочный договор, допустим, на 5 лет может. С управляющей компанией, да. но это кабала. Не совсем. Для возможности. Из нее есть маленькая да. лазейка да, выхода. Да, вот обратите правильно. Внимание, что сменить одну управляющую компанию на другую вы точно не сможете за пределами этого договора. Да? Это будет очень сложно сделать, по крайней мере. А вот при смене способа управления вы в любой момент можете расторгнуть договор управления с управляющей компанией. Вот в чем тонкость. Ну, вот мы на это сейчас и надеемся. Вот. Поэтому здесь не надо выжидать там, 3-летний или 5-летний срок, или какой у вас там был записан в договоре управления. Смена способа управления автоматически расторгает договор Теперь управления. Теперь вопрос. Какой-то повод нужен или достаточно волеизъявления просто собственника? 161-я статья четко говорит, что собственники имеют право в любой момент изменить без способ всякого управления. Просто ну, вот. Повод это собрание, на которое они приняли решение. А не надо никому там, отчитываться или объяснять, почему они собираются. Просто решение собственника. Просто решение. Да, ну, там все не так просто. Если у вас 80 квартир, вы, может быть, и собрали во дворе общее собрание и вынесли решение собственника, то у нас 500 квартир с лишним. Ну, это уже вопрос формы проведения. И у нас проходят заочные голосования, которые да. затягиваются на месяцы. Технология это... проведения собрания – это тема следующей нашей просто лекции. Просто я говорю, что это тоже очень тяжело. Это не просто. Это не просто. Это надо готовиться. Это... Чем больше вы потратите время на подготовку, тем лучше вы проведете это собрание. Остаток нашей передачи мы посвятим ответам на вопросы, которые, наверное, у вас накопились по ходу данного материала. Есть вопросы, коллеги? Есть вопросы у меня. Задавайте. Кто и как нам может, например, помочь? Ну вот здесь вы в специальном цикле от Союза защиты пермяков оказались, да? Вот Союз, он помогает проводить собрания как по организации непосредственного управления, так и по созданию товарищей собственников жилья, причем ведет на высоком уровне вот юридическую подготовку этих собраний. Не буду хвалиться, но вот в тех случаях, когда наши специалисты ввели собрания, у нас не сумели управляющие компании отбить ни разу дома обратно.
То есть жители действительно сумели сохранить свою независимость и ТЖ как форму управления, хотя процессов было довольно много, несколько десятков. То есть, чтобы получить такую конкретную помощь, мы должны обратиться от имени Совета Дома или достаточно, чтобы любой собственник... Это не принципиально. Например, я. Мы работаем с инициативной группой. Ну, понятно, что у вас одной не хватит на 500 квартир, поэтому в ваших же интересах создать большую инициативную группу, да, с которой вы можете работать. Более того, мы оказываем помощь жителям в обучении этих инициативных групп. Детально, постадийно, как создавать товарищество собственников жилья. Так что любая помощь к вашим услугам. Мы, конечно, так приблизительно, то уже знаем тоже, как это, что делать. Но в том-то и дело, что приблизительно. Я знаю, что на Юрше 56, например, у вас была попытка организации товарищества, но пока не успешная. Ну, это было очень давно, во-первых. Давно, да. Давно, там просто неправильно проинформировали тоже инициативную группу. И оказалось, недостаточно набрано количество голосов. У меня был случай... По количеству голосов, да, а надо было квадратные... А надо было всего лишь купить книжечку и прочитать, как правильно. Нет, их консультировали, надо же не киться вот там. Известно же, что свой глаз алмаз, а чужой стеклышко. Понимаете? Вот, а кто консультировал? Там на Орджоникидзе фирма чья сидит. Тогда не скажу, на Орджоникидзе сидит много фирм. Нет, я забыла просто. У меня есть, к сожалению, негативный опыт, но я ну, могу сказать, что негативный в плане попытки создания. Я, к сожалению, вот поздно или, в общем-то, не использовал ресурс вот Союза защиты пермяков. И получилось так, что управляющая компания, она просто противодействовала тому процессу, который инициативная группа начала проводить. И, ну, не знаю, таким... Вы не знаете, сколько мы судов уже прошли. Ну, я не про судов, я говорю на практике, у нас это... Нам еще не так противодействует вообще. Мой опыт, вот просто послушайте, значит, секундочку. То есть, как только мы начали, инициативные группы уже, так сказать, прошли примерно половину пути, провели вот... значит, и анкетирование, которое Союз защиты уже там, когда подключился, но были, значит, со стороны управляющей компании целая, так сказать, акция была проделана, было запущено несколько человек, так называемых торпед, я их называю. Не торопись, говорит, тема следующего нашего занятия. Поэтому тщательная подготовка, вот она только тщательная подготовка может... Разрешите, я проанонсирую вас сразу же в следующий четверг в 6 часов, мы соберемся, наверное, в таком составе, а может быть уже в более широком, потому что у нас по одному человеку как-то каждое занятие прибавляется. Вот, и поговорим о том, как правильно создавать, ну тогда уже узкое товарищество, да, чтобы не растекаться мыслью по древу, полчаса у нас будет. Сегодня у нас такой сокращенный эфир. Спасибо за внимание. Спасибо вам за участие. Спасибо. До свидания. Значит, материал остается у вас.